В соответствии с решением Думы, которое было еще принято в 2012 году, у нас часть средств на питание финансируется с городского бюджета. То есть учебный день на одного ребенка 1-5 класса мы имеем в общей сложности 30 рублей, то есть 25 рублей из областного бюджета средства и 5 рублей из городского бюджета. Учащиеся 5-11 классов 25 рублей – это областной бюджет и 10 рублей – это городской бюджет. Если до 1 марта 2015 года мы достаточно цен социального питания укладывался в нормы 30-35 рублей, но с 1 марта произошло резкое удорожение продуктов питания, и поэтому для того, чтобы нам приближаться к натуральным нормам, нам пришлось изменить стоимость завтраков в 1-4 классов до 40 рублей, в 5-11 классов до 45 рублей. В этом случае дети, которые питаются по абонементам, то есть за счет родительских средств, полноценный вот этот завтрак получает, льготным категориям, так как там жестко не прописано, что мы не имеем права привлекать родителей. В этом случае было предложено доплачивать 10 рублей к той компенсационной части, которая идет за счет областного и городского бюджетов.